Сегодня Нагорно-Карабахский конфликт завершен и урегулирован. Нам необходимо смотреть в будущее. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждения Международного центра Низами Гинджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ. Перспективы регионального развития сотрудничества». По его словам, несмотря на 30 лет оккупации, огромный масштаб разрушений и опустошений на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее, планировать его как часть интегрированного Южного Кавказа. «Мы надеемся, что наступит время, когда мы сможем говорить об активном сотрудничестве и интеграции в регионе». Между тем, мы внесли ряд важных предложений и инициатив, которые были отражены в совместном заявлении 10 ноября 2020 в связи с открытием коммуникаций и транспортных коридоров. И я могу сказать, что работы по имплементации этого проекта уже начаты. Азербайджан выделил уже технические и финансовые ресурсы для этого. И когда Зангезурский коридор начнет функционировать, он откроет новые возможности для всех стран региона, сказал глава государства. Он подчеркнул, что Азербайджан открыт для сотрудничества, потому что мы соседи. Хотим мы этого или нет, мы должны жить бок о бок, научиться заново жить совместно. Это нелегко, преобладают эмоции. Особенно, когда граждане Азербайджана посещают эти земли и видят масштаб разрушений. Можете себе представить, что они чувствуют. Но роль политиков – объяснять, что только через вовлеченность мы можем достичь стабильного развития, мира и процветания в регионе, заключил Ильхам Алиев. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.